Изо дня в день все чаще появляются люди, которые отказываются от предложенной работы и получают помощь, предоставленную государством. Даже не глядя, берут кредит и уклоняются, когда дело доходит до возврата долга. Это все психология иждивенчества, но нужно быть подальше от таких мыслей и трудиться. Это один из важных шагов построения нового Казахстана. Мы должны пропагандировать идеологию трудолюбия и знаний. Если мы будем признаны в мире как трудолюбивая и добросовестная нация, это положительно скажется и на нашей экономике. Надо как можно дальше держаться от иждивенчества и лени. Только так мы сможем построить новый Казахстан. Я считаю, что мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку. Мы смеялись над рабочими, которые уезжали на заработки за границу, в том числе из Центральной Азии в Россию. Мы хвалились тем, что ни один казах не работает за границей, в то время как другие вынуждены заниматься черной работой. Любой труд должен оцениваться по достоинству, не так ли? Сегодня рабочие из Центральной Азии трудятся в России и зарабатывают себе на жизнь, а наши граждане не выдерживают трудовой конкуренции. К сожалению, это одно из последствий сырьевого проклятия, то есть зависимости от сырьевой экономики. Основанием для усиления признаков иждивенчества является то, что здоровые трудоспособные граждане под предлогом отсутствия работы обвиняют не себя, а других. А среди молодежи тоже есть люди, которые, получив диплом по одной специальности, не задумываются о том, чтобы расти в профессиональном плане, повысить квалификацию, найти альтернативные пути заработка. Однако с течением времени нельзя связывать себя с одной профессией. Такую позицию придерживается Гульсум Биташева, которая хоть и является по профессии железнодорожником, но занимается швейным искусством, объединив многодетных матерей. Основная ее цель состоит в том, чтобы заниматься любимым делом и позволить окружающим ее девушкам развиваться самостоятельно. В связи с открытием этого дома культуры я пригласила девушек из сел Аксай, Акжар, Куктем. На тот момент собралось 50 человек, но несмотря на то, что у них вначале были намерения учиться, некоторые из них ушли, потому что они решили, что у них ничего не получится. Основная цель моих курсов – помочь избавиться от иждивенчества. Одна из участниц проекта – Элеонора Изгалиева. Год назад приехал в этот центр учиться швейному делу. С тех пор училась разным приемам портного. Сама кроит одежду, которая нужна детям. Кроме того, она получает заказы и ежедневно с небольшими доходами оказывает поддержку семейному бюджету. Я многодетная мама, один ребенок особенный. Приезжая в удобное для меня время, здесь я научилась немного шить. Раньше я таким делом не занималась. Сейчас я сама шью одежду для своих детей. Сейчас мы получаем заказы и зарабатываем. Эти люди являются одними из тех, кто поддерживал инициативу главы государства по борьбе с иждивенчеством, кто пропагандирует идеологию трудолюбия и знания. Торгун Журтабай, Сухия Каттаргыз, Алихан Хайдар, телеканал